Гитары, романсы и цыганочка с выходом. На сцене весь цвет цыганской культуры. Среди выступающих коллективов и ансамбль «Бах», который с 99 года радует своих зрителей танцами, наполненными цыганской страстью. Мы стараемся, то есть, донести до людей, что цыганская культура не забыта, и пробуем ее продвигать дальше. Это кровь кипящая, бурлящая, веселый народ, любящий танцы, песни. Международный день цыган в Самаре отмечается уже третий год, а идея праздника появилась еще в 1971 году в Лондоне. Тогда на Первом цыганском конгрессе утвердили национальные символы – гимн и флаг. В этот день вспоминают цыган, погибших во время геноцида, и напоминают, как важно жить в дружбе со всеми народами. Самое главное – то, что мы жили мирно бы и дружно бы, и чтобы не делили там на нации, на разные земли и так далее. Есть одна земля и есть одна нация – россиянин. В Самаре сейчас начинают понимать, конечно, встречают с радостью эти праздники, встречают, понимают. Самая главная задача наша – донести, чтобы жить в мире и сотрудничестве со всеми народами. В этом году впервые на сцене не только цыгане. Свои танцы и песни представляют чуваши, армяне и русские. Главная цель – объединить культуры многонациональной России. Объединение не просто возможно, оно уже состоялось, когда представители разных национальностей, коллективы разных национально-культурных центров исполняют свои национальные танцы на этом концерте, когда они, объединившись, решают общие задачи, сохраняя культуру народов многонациональной Самары. В Самарской области около 19 тысяч цыган разных этнических групп – русские, крымские, сервы, ловари, котляры. И всех их роднит широта свободной души. Андрей Горгуленко, Артем Сулейманов. События.